Всем привет, меня зовут Эдисон, и мы, как обычно, продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixel Mod. В прошлом эпизоде мы... Так, что мы сделали? Мы нашли в шахте, не знаю сколько, 5 алмазов, и нашли, как-то нам очень сильно повезло, нашли нового, как это можно назвать? Да, доисторического покемона, закаменелого, вот этого, Кабуто. Сейчас сразу же поставлю его делаться. Да, покебол, да, покебол у нас есть. Ну, пока пусть воскрешается. Так, а мы пока... Что бы нам сделать? И... Так, алмазы сюда. Железо вот тут. Так, пойду я пока соберу априконы. Может, еще сделаю пару покеболов. Так, желтых у нас дофига. Так что я не буду их собирать, только вот черные соберу. Так, кстати, слоупока я поймал. Сейчас же сразу его в компьютер положу. Поставлю, чтобы не мешал вот тут. Тут ничего нету в воде. Никаких покемонов. Да вроде нет. Хотя... Вот этого, думаю, можно атаковать. Не знаю, выиграю, нет. Да, думаю, да. Конечно, выиграю. Так, мне бы Иви хотелось бы найти. Если бы я нашел, я не знаю, я думаю... Так, секундочку. Так, извините, что прервался, я обрезал немножко. Телефон звонил. Ну, ничего страшного. Так, да, мы выиграли бой. И думаю, наш покемон уже там... Хотя, не, еще нет. Уже почти вот какой-то там... Вылупляется потихоньку. Так, вот это у нас есть. Выкинуть бы что-то. Тут полный инвентарь всякой фигни. Так, это можно, не знаю, куда-то запихнуть. Сюда, чтобы не выпадать. И не знаю. Пусть вот тут будет, не будет мешать. Так, что бы выкинуть? Так, думаю, даже не знаю, что. Вот это сюда. И слоупока в компьютер. Да. Так, априконов. Да, у нас и так уже достаточно априконов. Чё-то я затупил немножко. 15, да, думаю, можно будет сделать. Ну, вверх. Да, ну, в общем, да, покеболов. Да, как раз 15. Уже будет 35. Это достаточно-таки много. Тут у нас что плавится? А, рыба. Готовится. Так, можно... Хотя... Ну, пусть будет, величие. И все, сейчас немножко покушать. Где рыбка? Вот тут. Стейк. И я думаю, уже покемон там
сделал все, да. Сейчас ставим это сюда. Покебол вот тут и ставим, поднимаем и пум, забираем. И вот наш новый покемон. Кабуто. Первый уровень. Так что мы уже имеем 5 покемонов. И это достаточно таки уже хорошо. Сейчас, кстати, сразу же прокачаю ему хоть пару уровней. Думаю, не помешает. Так, сразу всех, сразу, ну, меняем покемонов, чтобы всем опыт как бы дался. И еще один раз. Да. Много уровней прокачалось на разных покемонах. Нифига себе много. Мы одному Кабуто прокачали 12 уровней. А хотя я думаю, что я уже вот сейчас вот так сделаю. Нет, не это, сейчас домой сбегаю по быстречку. И уже наконец-то прокачаю нашего Шармелеона к 33 уровню. Он уже у нас 33, к 36 уровню, чтобы он у нас уже как бы эволюционировал в Шаризарда. Да. И можно, думаю, идти. И уже наконец-то наш покемон прокачается. Так, вот тут эти раркенги. Выходим, вызываем Чермелеона, даем ему 34, 35 и... Пам! 36 уровень. И я не знаю, что даже можно... Думаю, вот это. И вот какой у нас красавец. Да. Огромный. Сильный. А ну, сейчас, может, полетаю немножко. Хотя я на вообще управлять не знаю этим покемоном. Он такой сложный какой-то в управлении. Я раз 20 точно умирал, когда на нем летал. Или он просто тебя скидывает и пропадает, как бы назад заходит в покебол и просто тебя с высоты всей скидывает, и ты пум, падаешь и умираешь. Или еще что-то. Ну, короче, сейчас попробуем. Да, вот так, думаю, будет лучше. И седаем. И, ну не знаю, вот можно так пролететься. Как вы видите, это достаточно-таки быстро. Даже не быстро, а очень быстро. Смотрите, где-то, мне кажется, 3-4 раза быстрее, чем, например... Нет, слетай. Взлетай, то есть... Думаю, где-то в 3-4 раза быстрее, чем, например, с креативным модом в режиме полета. Вы так не считаете? Смотрите, как быстро на карте передвигается. Даже очень быстро. Так, еще карта даже не успевает прогрузиться. Так, может, что-то найдем? Вот так, кстати, да. Летать по карте, искать всякие плюшки там... НПС деревни, всякие там еще. Ну вы поняли, короче, да. Да, тут ничего нету. Хотя я не знаю, вроде или я уже привык, или не знаю, ну, уже более-менее так удобно. Ну как удобно, он очень-очень-очень долго разворачивается. Очень долго. Вот, например, взлетаешь и хочешь развернуться в вот ту сторону. Он вообще еле-еле-еле поворачивается. Так, вот тут мы уже были. Сейчас можно сюда куда-то полететь, пролететься. Так, кстати, на горах есть разные всякие классные покемоны. Вот этот, кстати, достаточно-таки сильный.
Так, да ну. Да. Злезь ты, вот. Так, ты какой уровень тут? И я не знаю. Я думаю, это очень... Фиг его знает, честно. 42 уровень, но если мы его победим, это пофиг. Ну если мы его победим, да просто нереально уровни выиграем. Хотя он 42 уровень, это как-то чуть-чуть, можно сказать, напрягает. Ну хотя. Да думаю, вообще без проблем. У нас же покемоны сильные, как-никак. Хотя бы не убей... Да, слава богу, не умер, так как назад нужно бы было пешком возвращаться. Чё тут можно убрать? Пусть будет это. И тут... Вот это. Так, чё-то наш Шаризард завис. Нифига, мы все-таки покемонов прокачали. Нашему Анориту 2 уровня и нашему Кабуто. Сколько там мы прокачали? 5 уровней за одного покемона. Я считаю, это офигенно. Так, можно, думаю, дальше полететь, что-то там поискать. Переключаем камеру, чтобы лучше было. Видно. Да фига ты так кончено разворачиваешься. Глючишь ужасно. Так, секунду. Так, я опять немножко обрезал, но думаю, ничего страшного. Это... Стоп, Чаризард, я что-то там видел. И думаю... Ну, не что-то там, какого-то там покемона, или меня просто... Да. Чармелион, да. Нашли одного. Ну, он нам не нужен, думаю, можно убить. И Пикачу. Гюардос или Гюарадос, или как его там. И убиваем. Так, все. Убили. Еще немножко прокачали наших покемонов. И, ну я... Что-то меня как-то... Более-менее лучше. Так как глючит что-то ужасно. Ну еще можно. Разок. Да не туда. Да фига ты так. Разворачиваешься медленно. Я не знаю, видите, какой тут круг нужно сделать, чтобы просто развернуть покемон. Вот, просто-напросто падает, я не могу управлять. Все. Опять как-то. Опять падает. Нет! Ну, я чё-то нашёл. Я... Да не... Ну, не издевайся ты. Я нашёл моего любимого покемона, почти. Если это он... Да ну нафиг. Я его тут видел. Редкого покемона. Да вот он. Нифига себе, у нас за один эпизод покемонов крутых... Да ну нафиг.
Если я его поймаю, это будет ну. Офигенно. Да, нужно его поймать, но не гоните, парни. Ну, попробуем. Если я его поймаю, это будет какая-то вообще эпическая серия. Три нереальных покемона за один эпизод. Кабуто, Шаризард и... Я боюсь, что я его убью. Ну не гони ты, ну... Я помню один раз, когда играл без съемки, я на него потратил больше, чем 40 ультрабо. И только потом словил его. 40 покеболов. 40. Пам-пам-пам-пам-парам. Так. Я сейчас танцевать буду. Так, наш Пикачу тонет. Не знает плавать. Я вообще, у меня слов нету. Я думаю, вы знаете, что это за покемон, о котором я говорил. Первая его стадия эволюции от Дратини, вторая стадия Драгонэйр, и третья стадия, если я не ошибаюсь, Драгонайт. Да. Ну, это вообще офигенно. Так, я думаю, эта серия не то что удачная, какая-то просто нереальная, эпично удачная, фантастическая. И я еще одного покемона нашел. Он тоже достаточно таки редкий, но я не скажу, что он сильный. Ну редкий. Ну хотя мы его убили, ну немножко жалко, но пусть будет. Он не такой редкий, как вот этот наш, что я только его поймал, вот этот Драгонэйр или как. Ну, это получилось эпическая серия, как никак. Думаю, вы со мной согласитесь. Вообще какой-то пипец. Поймали нового покемона. Прокачали старого покемона к последней стадии. И нашли нового закаменелого покемона. Да, думаю, это все-таки удачная серия. Я думаю, что на этом уже можно заканчивать. Так... Ну да, думаю, уже все. И если вам понравилось, можете ставить пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.